Районная больница Мирного получит аппарат МРТ. Вопросом покупки аппарата администрация больницы занималась целый год. Велись переговоры и с Министерством здравоохранения, и с компанией «Алроса». В итоге вопрос решился положительно. Когда же в Мирном установят аппарат и за чей счет, узнавала Наталья Николаева. В Мирном установят магнитно-резонансный томограф. Аппарат незаменим, это говорит статистика. Количество онкобольных в районе растет. Оборудование поможет выявлять заболевания на ранней стадии, когда рак еще можно вылечить. Приобрести дорогостоящий аппарат поможет компания «Алроса». Об этом заявил первый вице-президент, исполнительный директор акционерной компании Игорь Соболев, отвечая на вопрос президента Якутии о сотрудничестве «Алроса» и районной больницы. Для улучшения качества, для доступности, вообще, ну, конечно, стоять для больницы, да. У нас были и другие предложения, и которые у нас профмед хочет привести, поставить для, ну, естественно, это для как коммерческих целях, да. Если оно будет стоять в нашей Миринской центральной районной больнице, естественно, мы экстренных больных всех будем смотреть, естественно, имея полис, можно будет пройти бесплатно. Сейчас мирненские врачи делают снимки на двух компьютерных томографах. Первому 10 лет. Оборудование хоть и устарело, но работает. Второй, более современный, установили в 2009-м. Томографы востребованы, но, по словам врачей, не всегда отражают полную картину заболевания. Он более точно видит мягкие структуры, изменения в этих мягких структурах. Многие заболевания, такие как менингит, допустим, или эпилепсия, на этом рентгеновском компьютерном томографе мы диагностировать не можем. Также он будет полезен детям, также будет полезен для травматологов при травмах суставов, при заболеваниях хрящей, каких-либо, которые мы не видим на рентгеновском компьютерном томографе. Магниторезонансный томограф, он будет нам давать картинку более лучшую. Предварительная стоимость оборудования – 93 миллиона рублей. Новый томограф планируют установить в Мирном в начале 2017 года. Наталья Николаева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».